Итак, всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. Это у нас Лада Гранта в кузове Лидбэк. Автомобиль 2017 года. Эксплуатация началась 2018. Значит, у автомобиля всего лишь один владелец. Автомобиль оснащен двигателем 1.6 литра. На автоматической коробке передач. Чистый ухоженный салон. Приятная комплектация. Давайте переместимся в сам автомобиль и посмотрим, что же у нас там есть интересного. А здесь у нас с вами чистый ухоженный салон. Карты дверей в хорошем состоянии. Спереди у нас такой же приятненький салон. Так, значит, комплектация у нас с вами стеклоподъемники, регулировка зеркал, управление световыми приборами, автоматическая коробка передач, подогрев передних сидений, отопитель салона с кондиционером. Вот такая вот замечательная штатная магнитола, можно проигрывать SD-карточки, USB, также есть функция Bluetooth. Так, и пробег. Пробег у нас с вами на автомобиле 68 тысяч километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес вы можете найти у нас в объявлении. Этот автомобиль можно будет приобрести по системе трейдинг, в кредит и, конечно же, за наличный расчет. А на этом спасибо вам за просмотр этого видео. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания.